Так, приветствую вас, дамы и господа, и добро пожаловать на вечернюю трансляцию по Сифу. Симулятор получения по лицу. Да. И... Здравствуйте, Хоп-Хоппер, здравствуйте, Драгонастер, здравствуйте, Дэнни. Три раза. Здравствуйте, Зифон. Как-то же понравился, вообще очень упорный. Или упоротый. Наверное, упоротый. Здравствуйте, Алексарис. Здравствуйте, Алекс. Будет решили возразить про два канала, на котором возрождение планеры продали. Есть крип-пилоты, не одобрили. Ну, Вавилон 5 настолько старая фигня, что я думаю, как бы только олды оценят. Здравствуйте, Анами. Здравствуйте, Войцеслол. Здравствуйте, Лунари. Здравствуйте, Рам. Поехали. Прикол, что ребут будет снимать. О, ну что? Ну, все только будет зависеть от актерского состава. Я так думаю. Приветствую, Лорс. Здравствуйте, туда-то. Ты помнишь, чем закончился Вавилон 5? Там новое поколение было. Это единственное, что я помню. Там, типа, какая-то... Деваха стала главным героем, потом какая-то херня произошла, и что-то они там куда-то улетели. Я в рот компот, я не помню. Фильм был не очень, возможно. Здравствуйте, Скороход. Я помню, чем закончилась Stargate, классический, вот этот вот 12-сезонный. Не вот эти вот ответвления, там, Антарктида, Атлантида, Дальний Путь, Ближний Путь, Discovery и прочая бубыня. Не вот помню, что вот именно. Такой олдовый Stargate закончился. Здравствуйте, Азанда. Ну, короче, арены трахнули людей. Блин, по-моему, в этом как бы завязка вся была в целом. Спидрунизер 39 минут прошли без смертей. Ну, флаг в кулак и барабан на жопу. Здравствуйте, молодцы врага. Здравствуйте, Блуковатон. Давай за 35. Что? Тысяч? Минут? Из 5 сезонов сериала «Остальное пекло»? Вавилон-то? Ну, может быть. Welcome, sir. She's waiting for you. Только долгие лифты. Ну, к самому произведению искусства. Будешь истинную концовку? Да нет, мне как-то эти истины. Можем на ютубчике посмотреть потом ее. Истовых задротов. Варгнов и эльфов. Чё, очередная адаптация от Netflix, что ли, вышла? Охраны ключа нет, но удивления нету. Ну, иди сюда.
Так, ладно, проще заново начать. Сериал по вседенной ВК. Что такое вседенная ВК? А, «Властелин колец». Как бы... Я же не раз говорил, мне в принципе насрать на черных, азиатов, дворфов, вообще похеру. Серьезно. То есть для меня это вообще никакого значения не имеет. Пусть хоть серо-буро-малиновые будут. Смотри, можешь сложно получить урон? Могу. Здравствуйте, Димон. Где же наш любимый лол? Бали, не провоцируйте меня. Ух, нихера себе. С одной подсечки сразу срыгло. Прикольно. Это не лол, что ли? Нет, это лол. Мы за лисина играем. А чё, сил больше не хватает, что ли, или что? Здравствуйте, так, Шордин. Следующий слепой, он тоже слепой. Просто не говорит об этом, он альтернативно слепой. Были, видели, как он дерется там, блин, от... От слепого одно, блин, только название. Очередное возвращение Футрама, что скажешь? Ну, было бы неплохо. Я вам сейчас разочарование их смотрю. Гроунинга. Ничего так забавненько. В рот компот. Ну, здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Дриме. Что за ушло избиение женщин? Видели тех женщин? Их бить-то страшно. Welcome, sir. Вообще три сезона про Маунт загадал. Ну, Саус говорит, херней стал.
Здравствуйте, Раптор. Пощечина ногой, да, прям почечул. Шутки слабыми стали. Да никогда-то у меня сильные, что ли, были, или что? Чуть не умеет жить правильно. Да. Россия для грустных. Шутите еще, блин. Бухтите, бух, да, бухтите, я умею. Это моя сильная сторона. А, про парк. Ну так они в парке, насколько я слышал, очень сильно теперь боятся всех обидеть. Поэтому шутки в парке. Столи херни. Здравствуйте, Айчо. Здравствуйте, Александр. Молодец, красавчик. Ай, красавчик. Ты еще молодой? Да, вечно молодой. Здравствуйте, друзья. Ну. Твою налево. Ладно, пока поднимемся уже. Здравствуйте, Гослабая. Да, твою налево, господи ты, боже мой, а. Ладно, шорткат найду, на босса посмотрим, потом переиграем. Бесит мне вот эти вот женщины, у них, блин, слишком сильные атаки на... Нервы получат лучше от тебя.
Они у них, блин... Помимо того, что сильная зараза, еще и неожиданная. Хрен пойми, блин, куда она тебя атакует. Сегодня какого-то именно паттерна, зараза, нету. Ну, как нету, есть у них три паттерна. Ты ведь поди угадай, какой она к тебе применит. Здравствуйте, Барлайн. Шуркат надо найти. Опять Супер Саян, ну сколько можно? То есть помимо того, что здесь один Супер Саян, здесь их два. В рот мне ноги просто. Да, боже ты мой, как вы меня заколебали-то. Эти маленькие, узенькие помещения, балинский крот. И внезапный Супер Саян. Что может быть, блин, веселее? Крутой убежище, убежище Яня. Похоже, он... что его строительство финансировалось компанией Цзиньфэнь. Здесь перечислены используемые ими методики традиционной китайской медицины. Ну, такое. А, гадские тянки. Да, вообще все крутые. Чё-то пока никакого шортката я, кстати, не вижу. Опа! Твою мать. Ух ты, твою мать. А как с ним драться? Ну-ка давай, иди сюда. Блин, вы как сюда залезли-то, слышь? О, неплохо.
Она еще альтернативно высокая, смотрю. Вот это, на днище приземлились. Посещение верхней этажи отменяется. Вместо этого мне придется опуститься глубоко под землю, чтобы найти Цзифэнь. Я чувствую сильный зов, исходящий из глубин этого места. А иначе. Здравствуйте, господин, 3 восьмерки. Восемь лет назад было уничтожено 5 школ кунг-фу и убиты 4 мастера. Все они были хранителями. Их предала Цзифэнь. Они все спланировали с Янем и остальными. Я все спланировал. This made-up order who kept for themselves what belongs to the people. The truth always finds its way, and so does justice. Гадские женщины. Один удар и все, по башке едьте, блин. Погодь, а сюда тогда? А, сюда не надо, понял? Да ты брось. Но не в меня же. Блин, опять женщина. Где у меня тут кирпичи? А, у меня вот. Так, ладно, отходим. Мне в угол зажали. Ой, вот это вот один раз, если тебя поймали где-то в углу и бахнули тебя, все, пипец тебе. Ну, ты из этого позиции, ну, никак не выберешься. Рано или поздно тебя все равно договнят. Блин, гребаная женщина. Ну, серьезно, она мне всю броню разбила с одной тычки, блин. Какого хрена у музыков столько урона нету? Люди шпильки какие-то, я не знаю.
Угу. А шорткат я как не нашел, так и не нашел, да? А, интересно. Should have done better. Mm. You disappoint me. Нашли, отлично. Да я все равно буду перепроходить. Ну и сейчас главное просто до босса дойти и шорткат открыть. Это даже так можно. Навыки-то останутся. Не совсем. Если пройду, останутся. Если не пройду, нет. Просто вниз? Ядрить, мы ману собрали. You want revenge. And to restore that which once was. But that suffering, it was for something. Yours. Mine, even Yang's. We did something for the people. We share. You want to erase it all? The bell tolls for you. The Guardian's legacy. Now, accept your sentence. Сверху, сбоку. Че меня бабуля-то как отмутухает?
ладно. Сверху, снизу. Я не вижу атаки снизу, вот серьезно. Я вижу атаку сбоку, я вижу атаку посередине. Но гребаную атаку снизу я не могу увидеть. Леди Вунчунь. Чунь-вунь. Да, задушманил бабулю. Задушманил. Ну, удалею я его на 56 лет-то. Рема-то как же? Да уже поздно. Welcome to the sanctuary. This is a place for broken bodies and spirits. Everyone. Greetings. Can I help you, sir? Where's Yang? He's in his office, meditating. The highest building. Just keep going up. I'm afraid the restaurant's closed. Не, не переживай, я тут так. А что, ресторан закрыт, все, значит, надо по лицу все бить. Ugh!
там суши мастер ползет. Как вы меня задушманили, а? Эй, я же жал. Все, да, хочешь полапать идол, на, получай по борде. Вау. Здравствуй, дерево. Famous last word. Интересно, а есть какая-нибудь надпись на могильном камне, но я же жал. Минутка черного юмора. Ты станешь первым. Отлично. Come forward, please. Can I help you, sir? Лучше его знал, что лол. Да. Старый ключ с символом цветка. Чё к чему? Там Warhammer 3 уже стримят. Да инфлюенсеры чертовы. Об инфлюенсенце как не в себя. И стримят Warhammer. Дрызать, Алексей Ильич. Значит, не в ту сторону вы ее. Здравствуйте, Дагор. Что значит опять? Всегда. Только пролог стримит, ну значит дальше мы не разрешили. Здравствуйте, мой. Так, какой игре нет фаербола? В лоле? В лоле есть фаерболы. Thank you.
Так, а есть что еще в женщину кинуть? Нет, она супер саянистая. Ладно, копинаем. Для которой играешь, ну... Представьте, что в ней есть фаерболы. Я ненавижу этот удар. Чем эти женщины заставляют меня играть, а не просто жать кнопки? Так же неинтересно. О, ключ нашли. Отлично. Вообще подобрал неудачно, у него всегда стримлю плохой, но он всегда инфлюенсер, если его достаточно близко смотрит. Кстати, да. Вот дедушка не инфлюенсер. Дедушка просто стример. Чит андердог, но... Да как ты меня... Ты меня еще из-под за полкарты бы забрал. Чидушка любит побухтеть. Кислив? За какой кислив? За Гомеза, блин. Да я же жал, ну что такое? Да я же жал, ну... А чё ты ему по глазам-то бьёшь?
я вас вот ненавижу. Ладно, к черту. Иди сюда. Возьму кирпич. Назад. Игра заставляет меня играть нормально. Я не хочу играть нормально. Я хочу делать пыш-пыш. Просто пыш-пыш и все. Так же колдуй не стрима, но я метафорически пыч-пыч хочу делать. Здравствуйте, мантра. Здравствуйте, Расу. Только я на боссах более-менее сосредотачиваюсь. Да и то, если их перепроходить, имеет смысл. Time has passed since the days I trained you. We were family. At least, that's what I believed. But then... During my darkest days, your father revealed his true self. He never cared about us. He cast me out. He abandoned us. Ух, тишку-то за что? Tell me, what would you do to save the people you love from the inevitable? Wouldn't you cross every line? Break every rule? Wouldn't you challenge death itself? You want revenge, little brother? Show me. How do I show you something? Что, прости, на него не работает? Силен. Блокировать не вариант. Ладно, будем уклоняться.
Или нет? Блин, а как уклониться от этого точка? Потянули, потянет ли куб, а кто его знает? Сейчас все равно никакие навыки взять нельзя, слишком старые. Класс. Сосредоточения на нем не работают. То есть нужно либо блокировать, либо уклоняться, либо нахер идти. Столько вариантов. Столько вариантов. Welcome, sir. She's waiting for you. Больно, зато быстро. Welcome, sir. She's waiting for you. Прям реально на днище-то спрыгнуть прям вообще нельзя, да, сразу? Было бы удобно. Да, блин, ничего ж не видно. Да блин, ну ни хрена не видно, и когда тебя зажимают, это сразу писец.
Тебе нужно дойти до как минимум с большим количеством лет. Кто тебе мешает прыгнуть? Игра не дает сразу прыгнуть вот сам, в самый низ. Она позволяет тебе прыгнуть только на уступ. А на уступ прыгать не хочется, потому что уступ никуда не ведет. Такая вот грустная история. Welcome, sir. She's waiting for you. А сюда можно, не? Нельзя? Ты сюда сигануть вообще нельзя. Можно сигануть сюда, но... Тогда смерть. А я не хочу смерть. Жопа, жопа, дерьмо, ну что такое, а? Ну вот серьезно, непонятно, вот чем девахи атакуют, вообще никогда непонятно. То чем мужики атакуют, понятно, там, блин, видно, как замах идет, как что идет. Ну, когда девахи тебя атакуют, это полный писец. Вот она стоит, вот ты уже лежишь, все, и, как бы, ногами не иди, ну понятно, что... Ногами. Waiting for you. Ну да, да, как бы вы деретесь, деретесь, ты случайно по ней попал, она написала в твиттер, тебя отменили. То есть... Более короткого пути, но это вроде самый короткий. Thank you.
Вот это что такое, а? Что это за дерьмо? Ну, просто насрать, она просто чпунь к тебе, и все, и привет, и был у тебя хп фул, и не стал у тебя хп вообще нисколько. Ненавижу ее. А еще и в режиме гребаного суперсаяна. Если урон по ней уменьшен, хп увеличено, блин, атака по мне увеличена. Я такой, да, и все. Ладно. You can run, but you can't hide. Понимаете, в чем прикол? Даже если меня отменят в Твиттере, я об этом никогда не узнаю, потому что у меня нету Твиттера. Они меня будут в Твиттере искать, а меня нет. Как они меня отменят? Что твой профиль отменят, ну? Звучит как вызов, но... I double dare you! Да, ты меня заколебал уже. Такие вот полубоссы, они, блин, страшнее самих боссов. То есть, ну как бы... Хрен ты что и сделаешь.
Не, понимаете, настолько страшного человека в плане того, что он творит. Как-то оскорблять это, ну, бессмысленно и бестолково. Тем более человек без чувства юмора совершенно. Да вы заколебали, ну дайте мне выйти из этого дерьма, ну что такое? Нет, тут смысл в том, что, я так понимаю, хранители обладали секретом жизни в целом. Здравствуйте, ВГ. Да, у Ютуба своя модерация. Он там сообщение, которое Ютубу не нравится, он и блочит сам по себе. Хочет это, не хочет это. Он просто блочит все. Типа deal with it. Thank you.
бабуся. Душная бабуся. Я в рот компот так уклоняться, серьезно. Мизить склеить. Не, ну чуть-чуть. И представляете, это все не автоуклонение, это я уклоняюсь, блин, мануально. То есть я слежу за атаками и должен в нужную сторону постоянно уклоняться. То есть тут в автонаведении автоблок только есть. То есть он все блочит все атаки, а уклоняющийся, ты, блин, зараза, должен всегда сам. Все, задушманили. Чит вынужден играть лапками, да? Да, черт подери. Вот мне ты хэд нажимаешь и побеждаешь, да? Тут, блин, зараза, тут, блин, надо все выстукивать, как в файтингах. Не качайся, не буду. Блин. Баба Яга против. Здравствуйте, Гаш. Продвинулся дальше, будем вас бусовить. Middle Gear Revenge проходил. Он проходил, да. Обзоры двух злобных белорусов кажется, что было, что с 2 часа этой игры будут мозоли. Двух злобных белорусов. Отличный канал. Название «Два злобных белоруса». To the sanctuary. Nerves get the
пожор из Беларуси. Байбом все-таки. Greetings. Can I help you, sir? The journey of a thousand miles begins with a single step. Put that down before someone turns. Понятно, каких двух белорусов говорю. Нет, когда мне сказали, что хайпажор из Беларуси, я понял, про кого. А так, ну, про кого говорили. А так, это не совсем понятно. Два злобных белоруса. Блин, опять женщина. Интересные обзорчики. А это в чем херня? У них зачастую есть интересные материалы. Зачастую. Но зачастую у них контент ради нагнетания, скажем так. То есть не контент ради того, чтобы нагнетать... не любовь. То есть у них такой, знаете, хейт-контент зачастую идет. Игры говно нынче. Но это я даже не спорю. Блин, у него-то одна атака, там вторая, я чуть теряюсь. Здравствуйте, Гидендрон. Как успехи? Молодежь, да, молодец. Come on. Try harder, you fool. Hush.
harder. Я серьезно, я не представляю, как с ним драться реально. То есть, это у тебя какая должна быть скорость реакции, чтобы умудряться от его атак уклоняться? Со всеми боссами у меня таких проблем вообще не было. Иди сюда. Я даже, блин, на уровне с ним стоять-то не могу. Своди 100 раз, он стань водой. У меня сейчас мизинец отвалится. Почему у него суперприемы действуют? Это вот самая большая беда. Вы смотрите, я одну атаку пропускаю, все, пол хп нету. Кошмар. Полкновения нет, я боюсь, если это у меня палка будет, он отберет мне и в задницу ее засунет. Это в лучшем случае в задницу. Я вроде в тайминг уклоняюсь, но он настолько быстро атакует, что нет. Точно последний босс, да. Там у него две фазы еще. Я реально, я не могу ему вообще ничего сделать.
Потому что дебиль, на него спецатаки не действуют, я не могу ничего сделать. Я понял. Понял, да. Это продолжение «Я же жил 2». Я понял. Ну и заключительная часть квадрологии, нахер это дерьмо будет. Что понял? Я все понял. Я мир понял. С набой с ним возьми крепич. И что? Что мне этот кирпич даст? Уверенности в себе прибавит, или что? Drop the weapon, sir. Ой. Лучше пистолет возьму обязательно. Я же уклонился. Иди сюда. Thank you.
Что обзывается? Да. Все. Let's focus for this fight. А как мне вот это вот отойти? Ну ты же понял, я же понял, да, но, блин, он теперь как-то по-другому действует. Я не понимаю, как можно уклониться от этого, от его моментальной атаки. Да, это лаз-босс. Ужеванный крот, заманал он меня. Я реально, я его толком не пробиваю, у меня за два удара уносит все хп, и все, и привет. Причем у него есть комбат-брейкеры, которые, когда я вот его атакую, а у меня нету. То есть этот его я атакую, он меня тут же станет вот этим вот, когда у меня черно-белым крат становится, и все, привет. То есть это не блочится, и это... И у меня по яйцам. Я не пробовал по ногам его бить. Я пытаюсь на это... Практически бессмысленно. Он меня каждый раз просто по яйцам бьет, и я умираю. Он такой, чпонь к тебе, и все.
Яйцебой, блин. Вот видите, вот эту вот атаку. То есть я атакую его, он тут же вот это делает, и все, и черно-белый экран. И я типа встану. Почему все приемы-то на него не работают? Стамин я его толком не пробил. Он регенится очень быстро. Кошмар. Королева Валькирии, ты смог хоть какой-то урон наносить? Блокировать ее атаки, там, уклоняться. А тут ты, да, блин, не можешь ни блокировать атаки, ни уклоняться, и урона у тебя нету. Я такой, Welcome to the sanctuary. Greetings. Can I help you, sir? А, за них тоже ничего не дает. Dishonored был. Dishonored move. Это дались тоже сломало. Да беги ты, балбес, за кусок, беги.
reveal the path you must make. Ну что значит рандомный чел? Вы же видели, как он на паре проходил? Он проходил это не за раз, это склейка его, как бы, лучших прохождений в целом. Здравствуйте, Майкл Деггер. Ладно, хер с тобой, рабская ночь. Давай посмотрим, как человеки проходят этого хера. Блин, игра не дает мне... Даже посмотреть, как другие человеки проходят этого босса. Подсказок, злые вы все. Но я, видите, я сам по себе никакого урона не наношу. И вот он вот меня просто бахает, и все на фул хп. Ну не на фул хп, где-то на 1/6 хп. И я ему вообще никакого урона нанести не могу. Даже атаковать хотя бы раз.
Ну вы смотрите на это дерьмо, ну что это такое? Я, может, что-то не понимаю, тут какая-то фишка есть со всем этим дерьмом. Ладно, давай проще. Здравствуй, Ксербор. Как от этого увернуться? Привет, судики. Как происходит на экранах, меня бьют. Больно и, возможно, даже ногами. И я не понимаю, как мне из этой ситуации вообще выбраться в целом. Ой, во вторую фазу увидим. In the end, you're still that same child I knew. Helpless. Like the night I killed your father. You're here, in front of me, only because of this pendant. But what if I take it from you? Will you fear death once again? You sound like a frightened one to me. Боннинг. Блин. Ну ты же жал, ну я жал, да. Я такой, я жал. To the sanctuary. Be careful. В зависимости от возраста тут меняется ничего. Ну, больше урона наносите, меньше хп получаете. Все. Если прям совсем старенький.
journey of a thousand miles begins with... Тебя что, переклинило? Ну-ка, дай сюда. Оп. Блин, зарано подпрыгнул. Зараза. You must enjoy the taste of defeat. А можно мне, блин, мне вот чтобы камера на противника показывала, а то я что-то нихера не вижу. Понял, как босса бить? Нет. Да вы поняли, как босса бить? Да. И лицом об его кулак, да? Чуть мог приемы все накрабить. Да, мог. А еще это очень просто делается. Я могу сейчас чит энджин врубить и игру замедлить в два раза. А потом ускорить на монтажке. Сейчас запросто. Thank you.
Большое спасибо, Ник. Палим по яйцам. Здравствуйте, Ник. Да, блин, пролак. Как вторую фазу проходить, я что-то даже как-то не представляю. Первую. Нет, тут у него другие приемы появляются. Больше он блока баллов. Первую я прохожу за счет идеального пари блока. А вторую как проходить? Что-то как-то даже не знаю. Тут у него дофига вот там блока баллов появляется. Уклоняться от них тоже, ну, такая себе и затейка. Вторую фазу дохожу. Ну а толку-то? Без удел толку. Да, босс ставит запрет на юз скиллов. Ну там беда. Если бы запрета на юз скиллов не было, его бы можно было завалить вообще без проблем. Короче, нам нужен боец Баки. Я понял, что нам нужно, чтобы победить. Нам нужен гребаный боец Баки. Все.
Зачем Баки, если можно сразу идти дурить Анчейна? Анчейна уже Баки забил. Так что остается только Баки. Скоро до Fortnite, да, доберусь до Fortnite. Буду флексить танцами. Не получаю урона, ложусь всех ударов. Отлично, именно так и поступлю. Welcome to the sanctuary. Any regrets now? Greetings. Can I help you, sir? Приготовь все регенерирует. Не та игра. Да вы задолбали вы меня, еще втроем зажмите. Сейчас, погоди, мужчинка, я где-то тут даггер лежал. Ай, пропустил. Позвать Ипмана. Я боюсь, что Ипман не поможет. Блин, пробил меня этот.
Вот когда он от блока был пробивает, это вообще жопа. Ну, вернее, это стамина мне пробивает. Да ладно, мужик, ты читераст. Я не понимаю, как от этого приема полностью уклониться. Блин, если вам по яйкам ударит, я хочу послушать, как вы будете фальцетом бойкать. Максим будет. Ой, ёб твою мать! Ну, грызайтесь, Сергей. Блин, зачем их подымают? Ну, ближачек бить нельзя. Сильно. Много. У него очень много анблока было, и это очень большая проблема. Мужик оценил. Я реально не понимаю, как от этого приема можно уйти. Он очень быстрый. То есть от первой фазы я могу уйти, а от второй уже нет. Вторую максимум могу заблокировать. Я в шоке. Прикат в приемах есть? Нет, это же не Dark Souls. Тут только либо блок, либо уворачивался. Уворачиваться я тупо не успеваю, он слишком быстро. Я каждую третью вот так успеваю увернуться. Ух.
Вот сейчас я реально не понимаю, как это то так и надо выворачиваться. Ну сейчас посмотрим, может я его измором возьму. Назад отходить. Начинает атаку с уворачивания. Нет, если он атаку с уворачивания начинает, он весь темп теряет. То есть я должен открываться до атаки, тут же уворачиваться, либо блокировать. Аллилуйя. А сейчас третья, сейчас хоп-хоп-хоп и третья фаза. Да, но это уже в одну жизнь. Изи-пизи. Вообще изи-босс. Я специально состарился, чтобы босс попроще даже был, понимаете? Это... Все дерьмо. You failed to honor your oath. You are unworthy. Now leave. В этом смысл. He who has Gongf and Wu De makes the other know he can break him. His hands go out like lightning, and the other doesn't want to fight anymore. Кулаки ярости. Ну, типа, все, начинай все заново, да? Если хочешь. Перебрати на хорошую концовку. Угу. Все, что ли? Ну да, игра-то инди, чего хотите? Игра-то инди. Ёлки-палки. Наверное, одна из самых сложных игр в последнее время, которую я только играл. Я бы сказал, что она, по крайней мере, бой с финальным боссом посложнее, чем бой с Валькирией был для меня. Ну что, стоит она 900 рубасов? Ну, если вам интересны файтинги, то да. Неинтересны, то, наверное, нет. Так, Сифу, Уйшак, Сифу, Тру, Эндинг. Так. Давайте будем посмотреть. Чего ты?
Try harder, you fool. Ёб твою... Ты мужик-читер. Вы смотрите на это дерьмо. Выглядит несложно. Но я просто понимаю в исполнении, насколько реакция должна быть хорошая. Это просто писец. Так, ладно, мы тут всех забили. Хотя мой бой, мне кажется, с пари-блоком на первой фазе, кажется, как-то получше. Ну-ка давай здесь посмотрим, что он творит. Ну, там может быть спеть джойстики, потому что у меня от того, что я, блин, так руку напрягал, у меня аж мизинец болит. Оп-оп. А. А так, вправо, влево и назад. Ё-моё. Ну, по щам получу. Ну что, ни один на кнопки жмёт? Может быть. Не, ну так-то прикольный, он прикольнее меня играет. Серьезно, прикольный. Так, ну... Так, это у нас уже было, да. А вот. Вот другой вариант, видимо, концовки, ну-ка. Это уже больше похоже на мое прохождение было. С блоками. А вот так вот. Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста. Оставайся со мной. Обучение Шифу закончится здесь, с твоей смертью. А, вот. Все, теперь типа выживай. А у Б ХП нет, понятно. Оба бессмертны. То есть нужно ему полоску закошмарить. А у тебя ХП нет, и бессмертный. Да, выворачиваться он классно, но блокирует Кировы. Ну, тут было неплохо. И в чем разница? Да, он его не добил. Как-то сложненько. Буксинг. Ну это, видимо, что-то... Ну, может, сейчас объяснят.
Видимо, что-то связано с единоборствами, как и философия единоборств. То есть, как бы в этом смысл. Кто у нас тут? Кунг-фуист в чате. Может, он нам объяснит. Не, да понятно, что всех боссов не убивать. Че, все что ли? А, это хорошая концовка. А, это секретная концовка. Оказывается, есть еще и секретная концовка. Идите, как шокалит изображение. А, это и секретная концовка, да? Зашибись. Ничего не понятно. Вообще ничего не понятно. Подавить Вергалий Шуфилу желание сражаться этого типа и добился, поднялся до вершины мастерства. Он поднялся до вершины мастерства и решил проиграть? Он же не сражался. Я не понял. Я тоже не понял. Где видос был от чувака с ником... Сейчас я скажу. Ником Дан Ален Гейминг. Видос был от него. Дан Ален Гейминг. Коли я его использовал, надо озвучить автора. Зарь, пожалуйста, сейчас. Так, давайте запись остановим. Думаю, дальше у нас уже не сифу будет.